еще не сказала насчет речи. Значит, ребенок раньше у нас вообще ничего не проговаривал, только была вокализация. А сейчас, когда очень что-то хочется и нужно, он, ну, как бы мотивация есть, он может сказать: «Хочу еще там суп», ну, когда он хочет кушать, или пить чай. Как бы пусть это будет в одно слово, но это просьба, это понятно. И раньше он просто брал мою руку и там и толкал ее к тому, что он хочет. Кстати, «переключи», говорит. «Переключи», когда просит другой мультфильм включить, там на своем языке, но это понятно, что это «переключи». Там, кстати, говорит, у него любимый друг, мягкая игрушка, он с ним спит. Этого раньше не было, а сейчас он спит с мягкими игрушками. Вот он говорит: «Микки, ма», прям вот почти в два слова, ну как-то так. Там «пока» может сказать, «пока». Вот это наше улучшение в речи. Раньше этого вообще не было.